Остался небольшой штрих. Нужно приделать это туда.
Да, дорогие друзья, кто знает, быть может, это мое последнее видео, так что хочу сказать, что не повторяйте это дома. Всем счастья, любви и удачи. Peace. Ладно, погнали. Ребята, походу там чистый углекислый газ. Зажигалка загорается. Последняя спичка.
Ну что ж, кто знает, в чем дело. Может быть, там углекислый газ, хотя не должен, все-таки же должен быть метан. Ну, это не последний эксперимент, естественно. Будут еще более лучшие условия, соблюдены более лучшие условия. Все-таки. О, много дырок на пакете. Плюс зажигалка не очень стабильно работала. И, возможно, весь газ-то и ушел. Вообще впереди еще много экспериментов, не менее крутых. Так что все будет чума. Самое главное, что ничего не взорвалось. И буду продолжать свои эксперименты.